Так, друзья, всем добрый день. Так, давайте для начала проверим картинку, звук. Если у нас все хорошо, то мы с вами начнем. Пожалуйста, по 10-бальной шкале поставьте, как меня видите, слышите. Хорошо, хорошо. Все, картинка, звук. Да, все хорошо. Окей, мы с вами можем начинать. Так, запись у нас тоже пошла. Все окей. Значит, я рад вас приветствовать. У нас с вами традиционные итоги месяца. Мы с вами сегодня подводим итоги июня. И по традиции мы с вами обсудим новости компании, поговорим о том, что было, что будет, что нас с вами ожидает. Затем у нас с вами насыщенная событийная линейка в июле-августе. И, так, и также по традиции мы поздравим самых активных наших партнеров, чемпионов июня. Так, давайте начинать. Значит, что касаемо новостей, что касаемо продукта, в плане разработки, значит, у нас нет как таковых новостей, все идет своим ходом, продукт разрабатывается, команда работает над улучшением продукта, над фичами, вот. Но есть новости немного в другом, что касаемо продукта. Значит, я уже вам говорил о том, что мы сейчас в последнее время начинаем активно смотреть, как мы можем еще использовать продукт, искать новые способы применения продукта, не так, как мы с вами привыкли, а искать какие-то новые возможности, новые сферы, новые ниши. И благо то, что количество клиентов, которые сейчас постоянно увеличивается, количество пользователей, которое постоянно растет, мы с вами сейчас подходим к планке в 35 миллионов скачиваний, нам это все позволяет. То есть мы сейчас пытаемся посмотреть немного шире, еще раз, как мы можем использовать продукт, новые способы применения, новые ниши использования продукта. И если вы помните, прошлые итоги, месяц назад я вам рассказывал про кейс, коллаборацию с молокозаводом. То есть это тоже была одна из гипотез, как мы можем использовать еще UDS. Значит, не просто для продавцов, а еще для производителей. То есть как производитель, который просто производит продукт и не занимается его, в принципе, продажей, может использовать UDS для себя. И, значит, мы сейчас постоянно тестируем различные гипотезы новые для того, чтобы, скажем так, расширить сферу применения продукта и для того, чтобы найти новые рынки сбыта в том числе. И вот весь июнь мы активно занимались тестом новых гипотез, и сейчас уже есть некоторые вдохновляющие кейсы. Мы сейчас пока над ними работаем. Сейчас у нас в данный момент идет интеграция с двумя крупными игроками на рынке. И, значит, если эти гипотезы не выстрелят, то мы с вами поделимся их результатами. Так, идем дальше. Давайте плавно перейдем к событийной линейке. У нас с вами насыщенный июль. То есть июль, который плавно потом перетекает в август, в наше августское мероприятие. Значит, ну, начнем с мероприятия, которое у нас будет 15 июля. Значит, 15 июля у нас с вами будет UDS Day. Это большой онлайн-интенсив, это большой, ну, скажем так, большая онлайн-презентация продукта. И это очень эффективная презентация продукта. Почему? Потому что на UDS Day выступают, как правило, партнеры, которые прямо здесь и сейчас находятся на острие, которые в работе, в полях, у которых есть сейчас результаты. То есть это люди, которые заряжены вот этими результатами, которые они получают здесь и сейчас. И, как правило, еще раз на UDS Day в качестве спикеров приглашаются партнеры, которые прямо сейчас создают очень какие-то хорошие результаты. И, значит, задача этого интенсива – это сделать вкусную, хорошую, эффективную презентацию компании, презентацию бизнес-возможностей, презентацию нашего продукта. Значит, 15 июля будет уже юбилейный 5-й UDS Day. И я хочу сказать то, что этот формат, он себя зарекомендовал, и он уже, вот каждый UDS Day, результаты, они становятся у нас все больше, больше и больше, все выше, выше, выше. И вот последний был, который 4-й в апреле, если помните, он был рекордный по результатам. И вот если взять медиану нашу, результаты работы в компании, то есть медианы по месяцам, то вот апрель у нас было такое в 2,5 раза. То есть результаты апреля были в 2,5 раза выше, чем среднемесячные результаты. Это все благодаря вот этому формату UDS Day. И к чему я это сейчас говорю? Это говорю о том, что
Понятно, что это классный формат, но красноречивее все-таки говорят цифры, результаты. И значит, вот этот формат, он себя зарекомендовал. И понятно, что этот формат, он постоянно апгрейдится, он улучшается. То есть проходит UDS Day, ребята собираются, делают работу над ошибками какие-то, делают, собирают фидбэк, обратную связь, как сделать лучше, как сделать эффективнее. И этот формат, он постоянно апгрейдится, он постоянно совершенствуется. И у нас есть все основания полагать то, что вот этот UDS Day, который будет 15 июля, он будет еще эффективнее, чем был в апреле. То есть, еще раз о чем. У нас с вами 15 июля будет очень высококонверсионное мероприятие. То есть, если мы с вами на него хорошо сработаем, то мы с вами получим очень хорошие результаты. Моя вам такая настоятельная рекомендация посмотреть вебинар Тараса, который был в понедельник, сегодня у нас среда, в понедельник позавчера Тарас провел вебинар, где по полочкам рассказал, как можно эффективно сработать на UDS Day. Не только там, конкретные действия, но он показал еще технически, какие у нас есть технические возможности на платформе UDS School для того, чтобы эффективно сработать на этом мероприятии. Поэтому те, кто смотрели, обязательно посмотрите. Это моя рекомендация. Посмотрите этот вебинар для того, чтобы понимать, какие еще есть технические возможности для того, чтобы вы эффективно сработали на мероприятии UDS Day. Еще раз повторюсь, это высококонверсионное мероприятие. У нас уже есть история того, как это мероприятие работает. И последний UDS Day, который был в апреле, он был рекордным. После него были самые рекордные результаты. Мы под этим понимаем присоединение новых партнеров и присоединение новых клиентов. Поэтому это то, что работает сегодня, здесь, сейчас. Туда приезжают на UDS Day в качестве спикеров, приезжают люди, у которых прямо здесь, сейчас есть результаты. То есть вот эта энергия, с которой люди туда приезжают. Вы понимаете, да? То есть человек прямо здесь сейчас делает результаты в полях, у него есть клиенты, партнеры, и вот с этой энергией он приезжает и делится. С этой энергией он делает презентацию вашим потенциальным партнерам, потенциальным клиентам. И этот формат чем хорош, то что здесь не нужно гостя никуда приглашать, просто ему скидываете ссылку, и он в удобном для себя формате дома или где-то может спокойно посмотреть эту презентацию. Вот, поэтому еще раз, 15 июля, поставьте себе там в календаре, еще что-то, ну, в общем, надо активно работать на это мероприятие. Вот из нас в чате появилась ссылка на запись Тараса, пожалуйста, посмотрите, Тарас все грамотно рассказывает, как технически можно подготовиться еще к этому мероприятию. Так, идем дальше. Значит, для чего мы делаем UDS Day? Для того, чтобы у нас с вами появились новые партнеры, и у них было 3 недели для того, чтобы сделать апгрейд, перейти на пакет VIP, потому что мы с вами в начале августа будем отмечать день рождения компании. Это будет новый формат. На это мероприятие, на празднование дня рождения компании, мы приглашаем партнеров только в статусе VIP, только VIP-партнеров. И само мероприятие у нас будет длиться 2 дня, то есть мы будем 2 дня с вами праздновать, по сути, день рождения компании. Первый день, это будет 5 августа, суббота, это будет VIP-обучение, то есть обучение для партнеров VIP. Это будет 5 августа, Москва. Мы с вами соберемся в одном из самых лучших, если не самый лучший отель Москвы, ну и, наверное, России, это Ritz-Carlton, прямо с видами на Красную площадь. Это шикарный отель, в котором мы берем огромный зал, то есть это зал еще больше, чем были в прошлые разы, потому что мы полагаем, что приедет еще больше человек, еще больше партнеров. Огромный просторный зал, в котором мы с вами будем обучаться весь день 5 августа. Начало у нас, по-моему, в 11, ну, вся информация есть в телеграм-каналах, значит, это будет VIP-обучение. Еще раз, на VIP-обучение мы приглашаем только партнеров в статусе, только партнеров и только в статусе VIP. И что там будет? На этом VIP-обучении будут выступать самые топовые партнеры, которые на сегодняшний день есть в компании. То есть все самые-самые эффективные ребята и в высоких статусах, и те ребята, которые прямо сейчас делают прорывы, закрывают новые статусы. И еще раз повторюсь, это будет энергия успеха, то есть это те ребята, которые здесь сейчас в полях создают самые-самые большие результаты, будет вот эта энергия. Также на обучение буду проводить я, у меня будет блок обучения тоже, я приеду и тоже у меня будет своя тема.
Значит, что касаемо моей темы, значит, вообще я бы хотел, я вот прямо сейчас я думаю о том, что я буду, я хотел бы продолжить ту тему, которую я давал на итогах года. У нас с вами был в феврале итоги, я там выступал, у меня была тема «Эффективная коммуникация». И вот прямо сейчас я думаю о том, что я бы хотел эту тему развить, я бы хотел эту тему продолжить, потому что вот там в итогах у меня было там буквально полчаса, и можно еще ее, эту тему развивать, и можно еще продолжить по поводу эффективных коммуникаций, то есть как сегодня с помощью эффективных коммуникаций, взаимодействия с людьми получать то, что вы хотите. Потому что я думаю, что вы, наверное, обращали внимание, что практически все, что нам нужно в жизни, мы получаем от других людей. То есть деньги, например, мы получаем от других людей. То есть деньги вам платит другой человек. Приходит там или работодатель, или какой-то клиент, которого что-то покупает. То есть мы получаем деньги от других людей. Мы получаем любовь, заботу, уважение, признание, ну и так далее. Мы получаем ресурсы, мы получаем от других людей. Поэтому если мы в жизни обладаем навыками эффективной коммуникации, если мы можем эффективно выстраивать отношения с другими людьми, то значит, отсюда логично то, что мы можем через эти коммуникации получать то, что нам нужно. Не манипулируя, а вот именно выстраивая хорошие, добрые, прочные отношения. И вот, вот эта тема у меня была, я ее начал, и я бы ее продолжал в эту тему. Вот. Но, значит, возможно, что-то поменяется. Почему? Потому что, вот я вам расскажу, как я готовлюсь к выступлению. Такой лайфхак для тех, кто выступает. Значит, я поделюсь, как я это делаю. Когда я понимаю, что мне нужно выступать, например, я знаю, что мне нужно выступить 5 августа на VIP-обучение в Москве для наших партнеров. Я это знаю. И у меня все всегда начинается с запроса. То есть я понимаю, что я выступаю, и я делаю такой внутренний запрос, значит, чем я мог бы быть полезен этим людям, которые там соберутся, именно вот в то время, то есть конкретное время. Потому что, ну, то есть, во-первых, те люди, которые там соберутся, во-вторых, вот в то время, в том контексте и вот в тот момент, потому что у нас в жизни много происходит, и за месяц тоже может произойти, например, прямо сейчас я думаю, что эта тема, там, значит, она актуальна, проходит какое-то время, и, возможно, эта тема менее актуальна, и там, нужна какая-то другая тема. И вот когда я живу с этим запросом, чем я могу быть полезен этим людям в то конкретное время, вот у меня по практике где-то за неделю, за две до события начинают происходить какие-то такие, знаете, инсайты, то есть как распаковываются инсайты, приходят какие-то мысли. То ли я могу какую-то книжку встретить, которая меня заинтересовала, я ее там прочитал, и там были какие-то мысли, я говорю, вот точно, эти мысли нужно поделиться. Или там какая-то беседа с каким-то человеком, или еще что-то. Или просто ты занимаешься какими-то своими делами, и какой-то приходит инсайт, какая-то мысль, что вот эту идею нужно рассказать на обучении. Вот, потому что как бы мозгом мы понимаем, но мозг, он очень ограничен. А вот подсознание, оно точно знает. Причем подсознание, оно не живет в линейном времени. То есть подсознание уже точно знает, кто там будет сидеть, и оно точно знает, какие там будут запросы у этих людей. И оно постепенно, если вы к нему обращаетесь, оно постепенно вам начинает распаковывать мысли, которые, ну, скажем так, самые эффективные для тех людей, которые там соберутся. Вот это мой лайфхак, поэтому прямо сейчас вот я бы хотел продолжить эту тему эффективной коммуникации. Вот, но живу запросом. Если там что-то поменяется, значит, тема будет какая-то немножко другая. Но вы точно должны понимать, что на этом обучении от меня будет тема, которая будет актуальна прямо для вас и прямо вот в тот момент. Не знаю, какие-то жизненные у вас будут вопросы или вопросы по бизнесу, что-то вы там точно услышите. Вот, значит, это первое. Второе. Почему надо быть на этом обучении? 5 августа. Вот, я думаю, вы слышали с детства такую фразу «с кем поведешься, от того и наберешься». То есть, еще раз, «с кем поведешься, от того и наберешься». Я думаю, что мы родители об этом говорили тоже, про плохую компанию, в которой вы гуляете. Вот. И вот эта житейская мудрость, она еще получает подтверждение в науке. Я думаю, что вы слышали про зеркальные нейроны. У нас у всех в голове есть зеркальные нейроны. Их задача этих нейронов, то есть они возбуждаются тогда, когда мы что-то делаем, либо когда мы наблюдаем за тем, как кто-то что-то делает.
То есть зеркальные, они начинают зеркалить. То есть когда вы смотрите, как кто-то что-то делает, эти нейроны начинают у вас в голове возбуждаться, и по сути могут формироваться нейронные цепочки, то есть вы можете начинать копировать человека, на которого вы смотрите, или за которым вы наблюдаете. Очень активны эти нейроны в детстве, особенно когда ребенок рождается, человек рождается, и ему там за буквально короткий срок он учится там ползать, потом ходить, потом начинает говорить. И, кстати, есть такое тоже наблюдение, что в семьях, где есть старшие дети, ваши дети развиваются намного быстрее, потому что у них есть пример, как там братья, сестры что-то делают, и они быстрее там начинают развиваться. Почему? Потому что начинают срабатывать вот эти зеркальные нейроны, потому что человек смотрит, как люди что-то делают. Поэтому с кем поведешься, от того и наберешься. Вот 5 августа на VIP-обучение, еще раз, приедут самые топовые партнеры. То есть это ребята, которые создали самые-самые большие результаты в компании. И они это сделали не столько благодаря технике, то есть каким-то конкретным действиям, сколько благодаря своему внутреннему состоянию. И ценность еще вот таких мероприятий, вот этих обучений, знаете, даже не в том, чтобы что-то услышать, а вот в том, чтобы вы просто посидели и чтобы ваши нейроны посмотрели, как этот человек говорит. Не что говорит, а как говорит. Как он двигается, значит, как он себя преподносит, позиционирует. Какая у него мимика, какой у него язык тела, потому что это очень важно. И вы этого не отслеживаете, потому что, вы, может, даже это не осознаете, но в голове происходят очень такие процессы. И достаточно провести там один день в компании таких людей, и вы уже начинаете сами перестраиваться, и, может быть, даже сами не замечая, у вас начинаются повадки такие же, такая же, может быть, речь, вы также начинаете говорить. И вот это все ведет к тому, что вы считываете, сами даже того не осознавая, считываете вот эту идеальную модель поведения успешного человека, в данном бизнесе. Поэтому еще раз, с кем поведешься, того и наберешься. Или там 4 человека в вашем окружении, вы будете пятым. То есть если у четверых там большие доходы, вы будете пятым, у кого будут большие доходы. Если у четверых там жизнь только нытье и жалобы, то вы будете пятым, кто тоже так. То есть мы хотим того или нет, мы очень быстро подстраиваемся под то окружение, которое есть. Поэтому вот вам такой подтверждение этой житейской мудрости с точки зрения науки. Я думаю, все об этом знаете, я просто напомнил. Вот. Поэтому надо быть на этом обучении. Еще раз, смотрите, у нас UDS Day высококонверсионное мероприятие. То есть вы приглашаете туда потенциального партнера, потенциального клиента, который получает грамотную презентацию продукта. У него вообще никаких сомнений ни в продукте, ни в компании, ни в партнерстве и так далее. Человек принимает решение. Еще раз, это не голословно. Это по результатам прошлых UDS Day. То есть каждый UDS Day конверсия все выше и выше и выше. И вот прошлый UDS Day, апрельский, он был рекордный. То есть там были просто супер результаты. В 2,5 раза мы выросли за месяц по сравнению со средними месяцами работы компании. Еще раз. И есть все основания полагать, что вот этот UDS Day 15 июля будет еще более конверсионный. Поэтому у нас есть с вами задача сейчас, еще тут осталось 10 дней, поработать хорошо на UDS Day. Вот вам вебинар, вам в помощь. Для того, чтобы у нас были, появились новые партнеры, и у них еще есть 3 недели для того, чтобы сделать апгрейд и приехать на VIP-обучение 5 августа. Потому что те партнеры, которые приедут на VIP-обучение 5 августа, у них точно будет фора в виде знаний, навыков и в виде вот этого внутреннего состояния перед другими партнерами, которые не приедут на это обучение. Идем дальше. Мы с вами 5 августа получились в субботу, а в воскресенье все собираемся на большую-большую тусовку. Значит, нам 9 лет, и мы с вами будем отмечать день рождения компании в формате CI, то есть нужно обязательно будет подготовить лук, то есть нужно сиять, что-то в одежде такое, значит, блестящее, чтобы мы здесь с вами подходили под этот формат вечеринки. Значит, и мы очень сейчас активно готовимся, у нас есть целая команда ребят, которые занимаются мероприятием, сейчас идет подготовка к мероприятию.
на мероприятие, когда вы приезжаете, вот вы приехали, все, все забыли. То есть там будет еда, там будет напитки, алкоголь, там будет, ну, в общем, все, что надо. Там дымные коктейли, вот здесь вот написано. В общем, вы приехали, больше ни о чем не заботитесь. Наши организаторы будут о вас заботиться и будет еще развлекательная программа. Значит, там будет все время... играть кавер-группа, это только живая музыка, не будет никаких диджеев и так далее, будет полностью весь вечер нас сопровождать живая музыка, то есть будет разные интерактивы и так далее, то есть это будет все весело, все пройдет вот прямо как на одном дыхании, точно. Ну, потому что те, кто с нами уже давно отдыхают, вы знаете, как мы можем делать тусовки. Вот. Мы хорошо разрабатываем IT-продукты и делаем самые классные тусовки. Вот два наших очень таких мощных скилла в компании. Тусовки мы можем делать крутые. Поэтому те, кто с нами еще не тусили, у вас есть такая возможность к нам присоединиться. Еще раз напомню, что лофт вмещает там, где мы будем, только 500 человек, поэтому возможно, что где-то на каком-то этапе мы остановим продажу билетов, потому что для того, чтобы всем было комфортно, кто приедет, нам не нужно, чтобы там было больше 500 человек. Поэтому имейте в виду, если у вас нет билетов, позаботьтесь о том, чтобы он у вас был. И еще нас с вами там ожидает, значит, мы долго думали, там, у нас программа и так насыщенная, и мы думали, нужен хедлайнер, не нужен хедлайнер, вот, в итоге приняли решение, что, понятно, что это еще бюджет, вот, но мы думаем, раз отмечать день рождения, значит, отмечать так отмечать, поэтому мы пригласили еще хедлайнера, это тоже будет полностью живой звук, это... песни, которые тоже вы, многие песни этого хедлайнера вы знаете, вот, поэтому это будет секрет, и, значит, вы узнаете только тогда, когда приедете и когда он выйдет на сцену, вот, и вы тоже его все знаете, это, ну, прям, знаете, ну, это тот хедлайнер, который вот своими песнями, своим внутренним состоянием как раз-таки с нами очень сильно синхронизирован, вот, в плане развития, в плане позитива. Вот, в общем, ну, мы приглашаем только таких ребят, которые нам нравятся, которые с нами синхронизированы. Вот, так что еще будет секретный хедлайнер, и он закроет там вечеринку, поэтому, ребята, это будет просто мега-тусовка. Очень жаль, если вас там не будет. Нет, это не Джиган, точно. Вот, поэтому, в общем, надо приезжать. Для того, чтобы знать, нужно приехать, нужно быть на самом мероприятии. Окей. Идем дальше. После тусовки 6-го мы с вами развлекаемся, тусим, и 7-го на следующий день переезжаем в Питер. У нас будет лидерский выезд для партнеров в статусе от региональный менеджер и выше. Значит, у нас будет еще лидерский выезд 7 по 12 августа. Я тоже в этот лидерский выезд поеду. Мы с вами 7-го переезжаем. И 8-го у нас будет день обучения. И там тоже, значит, у нас будет обучение для партнеров. Там уже обучение будет другого уровня. И там уже будет обучение больше не по технике, потому что техники, технологии, все ребята, кто закрыли статус регионального менеджера, они эти техники прекрасно знают. И могут сами научить, кого хочешь. Вот. Там будет больше про вот именно внутреннее состояние, про... значит, про вот эту проактивную позицию, значит, про то, как, ну, то, как вообще заниматься любимым делом и кайфовать от жизни. Вот, наверное, это самое главное, то, что, чему мы должны в этой жизни учиться. Вот. И вот обучение будет как раз полностью про это. У меня тоже будет блог, это тоже будет обучение, которое тоже я с запросом хожу и... Точно это будет обучение, которое уместно для тех людей, которые поедут в конкретный день, 8 августа. Вот. Затем я смотрел программу лидерского выезда. Есть вебинар у Натальи Сорокиной, вы тоже можете посмотреть повыше в телеграм-канале, полистать. Она там полностью рассказывает про то, что будет в Питере. Вот. И это выезд, там только один день будет обучение, все остальное будет тусовка, различные... активности, то есть это будет яхта, это будет самый лучший ресторан. Я там посмотрел ресторан «Веранда», это один из самых топовых ресторанов в Питере с видом на Исаакиевский собор. Вот. Ресторан, в который нужно заранее, вот в летнее время, нужно заранее бронировать, там за несколько дней, потому что он всегда на стопе. Вот. И это будет как раз вот этот ресторан, потом, значит, разводные мосты, вот это, и все закончится большой-большой ночной тусовкой. Поэтому
у вас тоже сейчас есть возможность закрыть региональный менеджер и поехать вот в этот выезд, на лидерскую поездку, лидерский выезд. Так, вот это наша событийная линейка. То есть у нас такой прямо активный июль и август. Так что нам сейчас есть над чем активно работать. Так, идем дальше. Так, чемпионы. Давайте отметим тех ребят, которые в июне закрывали новые статусы. Начнем с карьерной лестницы. И начнем со статуса менеджера. В июне мы с вами поздравляем. Игорь Лобаненко, Северск, Татьяна Иванова, Москва, Ирина Деревякина, Севастополь, Лана Арасланова, Пермь, Левон Шахназаров, Калининград, Лилия Кузнецова, Ишкар-Ола, Евгения Антонова, Саратов, Ген Хеким, Южно-Сахалинск, Мадина Димубаева, Москва, Денис Якунин, Севастополь, Алевтина Кожаринова, Южно-Сахалинск, Ирина Кармаева, Тверь, Ольга Куцевольская, Краснодар, Руслан Чанков, Иркутск, Ольга Харламова, Москва, Марина Рукасуева, Южно-Сахалинск, Валерия Брехова, Севастополь, Аэлита Тен, Якутск и Лариса Чернышева, город Сочи. Идем дальше. Статус ключевой менеджер в июне: Марфа Трифонова, Якутск и Юлия Городкова, город Краснодар. Идем дальше. Региональный менеджер в июне: Ольга Харламова, Балашиха, Клавдия Голубцова, Тверь и семейная пара Сын Ол и Сайсу Мангуш, город Кызыл, региональный менеджер. И в июне у нас было очень много директоров новых закрыто, а именно 6 новых директоров июня. Оксана Овезова, Москва, Андрей Борисов, Москва, Игорь Маркин, Тверь, Оксана Жданова, Волгоград, Светлана Павлова, Балакова и Людмила Комаровская, город Подольск. Это новые статусы, новые директора. Идем дальше. Теперь отметим ребят, которые активно работали с клиентами, у которых появилось 3 клиента и больше в июне. Начнем с 3 клиентов. Марфа Улыткина, Якутск, Елена Смолева, Абинск, Ерлан Турабеков и Кырлыгаш Атем, Шымкент, Наталья Ерниева, Москва, Ольга Гончаренко, Абакан, Лилия Смирнова, Рязань, Максим и Любовь Танкеева, Пермь, Денис и Роза Соколова, Оренбург, Дина Шумилова, Киров, Игорь Маркин, Тверь, Цезарь Рубанович, Краснодар и Евгений Козлов, Москва. Это партнеры, у которых в июне появилось 3 новых клиента. Идем дальше. 4 новых клиента в июне. Руслан Чинков, Иркутск, Светлана Дергунова, Тольятти, Светлана Пахомова, Энгельс, Лилия Кузнецова, Ишкар-Ола и Максим Маркисеев, город Иркутск. Идем дальше. 5 клиентов в июне. Максим Моисеев, Москва и Даниил Голуб, Домодедово. И абсолютный чемпион в июне. 6 клиентов. Андрей Кирков, город Армавир. Так, идем дальше. Нужно отметить партнеров, которые активно работали с партнерской программой и у которых появилось от двух новых партнеров и более в первой линии в июне. Начинаем с 2 партнеров. Денис Якунин, Севастополь, Ольга Куцевольская, Краснодар, Лариса Чернышева, Сочи, Руслан Чинков, Иркутск, Снежана Конобрицкая, Омск, Левон Шахназаров, Калининград, Валерия Брехова, Севастополь, Айлита Тен, Якутск, Валерий Язунин, Краснодар, Ген Хеким, Южно-Сахалинск, Ирина Кармаева, Тверь, Евгения Антонова, Саратов, Евгения Карташова, Ессентуки, Лилия Кузнецова, Ишкар-Ола, Ирина Деревякина, город Севастополь, Ольга Харламова, Москва, Татьяна Иванова, Москва, Сергей Стручков, Москва, Лана Арасланова, Пермь, Алевтина Кожаринова, город Южно-Сахалинск, Андрей Борисов, Москва и Игорь Лобаненко, город Северск. Так, далее 3 новых партнера в первой линии в июне. Лилия Смирнова, Рязань и Мадина Димубаева, город Москва. У нас есть тоже абсолютный чемпион. В июне 7 новых партнеров в первую линию. Представляете, 7 новых партнеров. Галина Павлова, город Самара. Просто потрясающий результат. 7 новых партнеров. Так, и что еще нужно отметить, это гонку городов. На сегодняшний день в этом спринте начнем с гонки городов по клиентам.
На 10 месте Киров, 9 Улан-Удэ, 8 Омск, 7 Тюмень, 6 Пермь, 5 Самара, 4 Санкт-Петербург, 3 Иркутск, 2 Якутск и 1 место город Москва. И по партнерской программе «Гонка городов» 10 место Сургут, 9 Самара, 8 Екатеринбург, 7 Тверь, 6 Тюмень, 5 Санкт-Петербург, 4 Иркутск, 3 место Южно-Сахалинск, 2 место Якутск и 1 место город Москва. Это у нас гонка городов. Так, ну и вроде бы это вся информация, которая на сегодняшний день, да, вся информация, которая на сегодняшний день у нас есть. Значит, еще раз, с точки зрения продукта, мы сейчас тестируем новые гипотезы. Есть еще раз очень вдохновляющие идеи, кейсы, как мы можем еще расширить сферу применения нашего продукта и таким образом расширить рынки сбыта. Вот, поэтому в продукте, ну, на самом деле сейчас, наверное, все только не начинается, все только самое интересное начинается, потому что большое количество клиентов, большое количество пользователей нам вот дают вот этот масштаб. Вот. И активно работаем с вами сейчас на мероприятии, на событийную линейку, на UDS Day и на день рождения компании. Вот. Если у вас уже есть статус VIP, уже, то позаботьтесь о том, чтобы у вас были билеты, потому что эти билеты могут закончиться. На этом все. Я желаю вам супер результативного месяца и до встречи уже не офлайн, а онлайн. До встречи вживую на нашем мероприятии на VIP-дне 5 августа и на нашем мероприятии на нашем дне рождения 6 августа. На этом все. Всего хорошего дня. Пока.